вид. Сегодня какое у нас? 2 апреля. Так, это 3 храмочники, которые я показывал. Зимовку. Сейчас вечерок. Ой, 5 часов. Это заставная. Ближе показываю. Здесь получается, вот она заставная самореза, это за составной. Добрался к вечеру, но хочу начну расширять. Это слабенькие. 3-рамочные. Я показывал зимовку и продолжение их на жизни. Так, дымарек. Схожу за дымарьком. Погодка восстановилась, было холода, заморозки ночью были. И сегодня до 0, наверное, будет. Но днем было до плюс 20. Так, ну тут расширение. Расширение первое. После сжатия. Сюда. Значит, вот это за заставной рамочки. Чего-то выбирает. Ну, я пока сюда ставлю, чтобы посмотреть, что у нас тут происходит. Ох, тут напрочь свежий. Или разогрели. Так, матки тут нету случайно. Вроде нету. Так, заставляю. Не знаю, как пчела будет вести. Еще ни разу я здесь весной не заглядывал. Кстати, здесь карника. Это я осенью подсаживал матку. Буду сжимать уже. Не сжимать, а сдвигать краю. Ну, эту рамочку я оставлю как кормовую. Потом чуть попозже следующее расширение. Поцарапаю ее, ставлю ее на край. Да, потому что здесь уже расплод, печатно выходит. Ну, здесь яйцо. Так, все так и ставлю. Это на край сюда. Ладно. Будем сюда расплод ставить. Дымарек. Тоже печаточка выходит. Угу. Что-то не давить. У меня же остались изоляторы, рамки с изолятором. А в них много меда. Вот сейчас самый такой последний момент, чтобы их медок этот пчелкам отдать. Так, заставное. Это у нас было крайнее, что оно у нас показывает. Здесь тоже расплод. Ага, вот она маточка, покажи. Вот она. Это 20 сентября подсаживал. Хороший способ, понравился. Ну, здесь тоже такая печаточка. Все, гнездо не режу, ничего, как и было, просто на край поставил ту рамочку, которая была за заставной. А на этот край поставлю вот эту рамочку. Вот таким образом, наверное, ладно, вот так вот. Это мед старый, вон наш корябль. Ну, попозже, сейчас вечерок. Все, вот так вот и оставляю пока.
на недельку. А там дальше уже будем расширять. Это пчелка. А вот он изолятор. С метком. Меток такой и севший, и жиденький. Вот я его вилочкой пошкарябал. Ставлю его теперь за заставную. Вот так вот. Все, пускай пчелки выбирает. Освобождает изолятор от старого севшего меда. Все, ну сейчас еще одну семейку глянем, пока еще время позволяет. Так, а это пятирамочник. Пятирамочник. Давай поближе, вот она пчелка. Значит, это вроде заставная, а это рамка за заставной, и это за заставной. Тут пчелка здесь и здесь. Сюда, да, ближе. Вот колодцы все. Языки вот они на пленке. Это все убирать, все равно придется. Нету времени заняться этим. Тут в деревне еще и картошку надо сажать. Не только пчела. Так. Ну ничего, пчела еще. Пока спокойная. Там посмотрим. Здесь может быть и матка. Надо аккуратно. Так. Да, вот он язык. И матка засеяла яйцо. И вот она матка. Может и не матка. Не, не матка. Язык засеянный у нас. Матку не потерять, я смотрю, а здесь медок свежий напрыск или старый растопили. Хорошо подзасело. Это у нас за заставной, вот здесь тоже я так поставил за заставной, вот эту подзасев поставил. Шкарябатная, старый мед. Тоже эту заставную убираем. Так, ну ставлю я эту рамку на край, которая была за заставной. И сдвигаю все в одну сторону. Семья начинает силу набирать. Так. Ну, просмотрим расплодик. Ну вот она, уголочек только остается, тут медок. Здесь печатка. Печатка выходит, центр выходит. Ох, тут сосыпется. Вся рамка, ну и трути немножко есть. Тут уже расплод вышел, и матка засеяла все. А вот она матка. Вот она. Это свищевая матка. В том году хвост остался, и вообще изумительно они поработали еще. Так, все, матка здесь. Значит, язычок. Гнездо разбираю, смотрю, расплод. Ну, такая же тоже. Все, корки от корки. Через недельку до полного корпуса набьем ее уже, эту семью.
Хватит, хватит. Вот тут расплод вышел, здесь сев. Так, это у нас была крайняя рамка. Смотрим, о, да тут засев, все засев. Все засеяно тоже, да, хотя она такая горбатая, но ничего, все засеяно ставим. Сюда. Остался у нас язычок. Ну, как бы не хотелось, но, наверное, я его уберу. Значит, вот он язычок, ну, с одной стороны яйцо, с другого нету, ну, убрал я его, ничего страшного, было яйцо. Значит, сюда я еще ставлю рамочку. Так, ничего, гнездо. Вот такую гнездовую. Там медок. Сейчас. Ага, вот гнездо уже. Имеет. Ладно, ладно, все. Держались. Так, это тоже подвигаю. Теперь заставную. Обязательно вот так. И за заставную рамку с изолятором. Тоже ее пошкарябал чуть-чуть, не распечатал, а пошкарябал, и за заставную. Вот так вот. Пускай пчелки выбирает, потому что скоро зацветет рапс, а еще севшего меда много. Все, через недельку дополним до полного корпуса и будем дальше ждать. Ну, всем пока. Всем счастливо.